Михаил Вайман. Михаил Вайман. После окончания школы Столярского учился в Московской консерватории у Давида Ойстраха и Семена Снитковского. Лауреат конкурсов Генрика Винявского и Жака Тибо. Профессор высшей школы музыки в Кёльне. Художественный руководитель фестиваля в Малаге, Испания. Выступает с лучшими оркестрами планеты. В музыкальном мире Михаила Ваймана называют поэтом скрипки. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Одессу, естественно, это детство, юность, и все всплывает снова, и это приятные воспоминания. Одесса действительно скрипичная Мекка? Ну, я думаю, что не только скрипичная, музыкальная, наверное, да. И очень важно, чтобы то, что было, то, что мы смогли получить, чтобы получали следующее поколение тоже. Я искренне желаю, чтобы это продолжалось. Композитор Игорь Фролов. Концертная фантазия на темы оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Thank you.
Браво!